опять цветет, как сумасшедшая. Ей дело нет, что на дворе октябрь, как будто лето вовсе не прошедшее, и осень не зажгла свой канделябр. Быть может, что-то было не закончено в безумствах торопливых майских дней. Была весна, цвели ее цветочки, но никто не сел на лавочку под ней. О чем она молчала, мечтала и печалилась, теряя невоспетые цветы? И вот, набравшись сил, она отчаялась, и вспыхнул ярким куст из пустоты. Среди аромата, так несовместимого с букетом осени и тишиной, она стояла, смелая, красивая, и люди удивлялись ей такой. И солнце улыбалось по-весеннему, любуясь на сиреневый октябрь. Сирень творила людям настроение, назад отматывая календарь. Thank you.